Зачем рублю система CLS и действительно ли она открывает российской валюте путь в клуб резервных, телеканалу РБК рассказал бывший руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вивьен. CLS-банк – это значит, что это клиринговый банк, который занимается клирингом очень разных валют, получает возможность открыть счет номинального держания в центральном банке, рублевый. И это означает, а своим клиентам он может открыть рублевые счета у себя. Это означает, что, в принципе, появляется возможность рассчитываться в рублях вне России, вот если так коротко выразиться. То есть это действительно такой небольшой шаг в сторону как бы более такого удобного использования рубля, ну и, может быть, с перспективой на резервную валюту. Но, конечно, эта перспектива очень далекая. Причина простая. Во-первых, российская экономика не занимает такую долю, как китайская или американская, но как региональная резервная валюта, то есть там, где идут очень крупные сравнительно потоки торговые, вот в регионе это возможно, это первое. Второе, конечно, для резервной валюты важно, чтобы это была еще валюта инвестиционная, то есть было достаточно много инструментов инвестиций, номинированных в этой валюте, для инвестиций, номинированных в этой валюте. Скажем, должно быть много облигаций рублевых или там производных инструментов рублевых. Есть одно необходимое условие для того, чтобы валюта была резервной, это, конечно, свободное движение капитала. Вот это требуется. И, конечно, отсутствие манипулирования курсом. Потому что, конечно же, для тех, кто использует чужую национальную валюту, как резервную, им важно очень и хорошо понимать, в чем фундаментальные факторы ее стоимости. Если это экономические факторы, то можно прогнозировать, можно хеджировать. Если это просто решение нескольких человек, то это нельзя прогнозировать. И, конечно, в этом случае ни о какой резервной валюте речи идти не может.